Всем добрый вечер. Я на минутку, буквально на минутку, на пару, на пляж. До заката, конечно же, я не дождусь, но музыку вот эту вот послушаю, судя по всему. Зачем они ее включили? Не знаю. О, на пляже. Вот тут калипсо лазурном. Уже изменения, уже наколотили зонтиков. Блин, да что же они со своей бэйби-бэйби. Пока еще немного, но уже наколотили. Вот первые зонтики. Я покажу вам море. Буквально за несколько минуток. Ну, точнее, несколько минут. А если YouTube еще будет ругать меня, тогда придется удалять вообще. Оставить только море и убрать всю улицу Колорадо. И вот эти, которые играют вон там. На пляже ветерок, но светит солнце. Отдыхающих уже, конечно, вы не встретите. Точнее, в смысле, загорающих. Не загорающих. Не отдыхающих. Отдыхающих встретите как раз. Отдыхающих. Вот, смотри, отдыхающих загорающих. Все смешалось. В башке моей. Извините. В общем, загорающих нет, отдыхающие есть. Я бы снял бы по сети, я имею в виду формата 4К или хотя бы 2.7, но тут играет музыка, шумят всякие товарищи, колотят. Думаю, релакс не получится, хотя попробовать можно. Ну все, в принципе, всем пока, такой коротенький ролик. Такая ситуация на пляже, наверное, уже попозже волну выложу. Ну, молодец уже гуляет. Сотрудники пляжа уже готовятся. И Лазурская вся в лучах солнца. Ходящего на другую половину планеты. Всем пока.